Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Вот я хотел показать кабачки, жареные кубиками, готовые, и сверху залил яйцами. Вот, когда заливаете яйцами, то есть кабачки тушатся минут 20, ну, это жарится на сковородке с крышкой, 20-30 минут, и потом солится, конечно, и потом яйца не соленые уже, три яйца сбалтываются и сверху заливается. Вот. И буквально 5 минут еще, и вот еда готова. Очень вкусная и питательная еда, полезная для мужчин. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А также приглашайте себе на чай, на кофе. Обязательно зайду. Делайте себе такие еду. Она очень проста. И любой мужик это все сделает. А семена я изнутри не вытаскивал, потому что кабачок был молодой. А кабачок это мой. У меня росли 3 кабачка. И вот я решил себе приготовить такой на обед. Обед. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами канал «Все для огорода».